Соревнования такого уровня впервые в современной России проводились в Сочи. Во время церемонии награждения представители Федерации парусного спорта страны отметили высокий уровень подготовки регаты. И вполне возможно, что чемпионат России и в следующем году вновь пройдет в акватории парусного центра «Юг спорта». Мы надеемся, что этот чемпионат станет традиционным. И, конечно же, для наших детей, которые занимаются в краевом центре, в муниципальной школе парусного спорта, конечно же, эти соревнования очень важны. Они смотрят на профессиональных спортсменов, они смотрят, как они проходят свои дистанции, как они побеждают. И, конечно же, они стремятся к этому. На церемонии закрытия соревнований спортсмены говорили, что побеждать им было непросто. В Сочи приехали сильнейшие гонщики страны. Кстати, участников было в 2 раза больше по сравнению с прошлогодними всероссийскими соревнованиями. Усложняло прохождение дистанции и погода был слабый ветер. Тем не менее, проведены все классификационные и 4 медальные гонки. Все самые сильные здесь. И опыт, и мастерство вот там боролось эту неделю в Сочи. Ну, победили сильнейшие. Ну, конечно, мы очень надеемся, что мы получим медали на Олимпиаде. Самое главное, что все очень хотят победить, все стараются, все работают. В копилке сочинской школы 3 золотые медали в классе 470 и 1 серебро в классе лазер-радиал. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.